Знаешь, что такое Цукерберг? Фейсбук или Цукерберг? Да, знаю. На расформирование. Смотри, что у него. Сколько квантовых компов какие. Да, у него там вместо позвоночника квантовые компы стоят. Один на втором маленькие такие. Угу. Собачки. Те, кто обслуживают физически прямо эти квантовые компы. Пантерки. Синим показать, чтобы больше у него не было никаких квантовых компов. И все квантовые компы Фейсбука или взять под контроль, или переплюсовка. Ну ладно, чтобы лапки не ломались под контролем. Не сгорали, не обгорали больше. Душу теням. Две души висит, его подпитывают, освобождаем. Немножко поддостал. Те, кто за ним стоят, посмотри, мама, что видишь. Он как такая рукавичка, которая на руку одевается. Там за ним стоит какая-то группа, не очень большая, как, ну, я не знаю, меньше 10 человек, те, которые управляют. Подсвети их всех. То же самое. Собачки освобождают от квантовых компов. Затем синие пантерки. Стандартная процедура. Ну и самое. Там позвоночник, какая-то часть тебе принадлежит, или... Ну, потому я и выжатый в последнее время в том числе. Все, что не его. Тени забирают души. У всех 10. У Амазон тоже 11 человек. Один типа во главе. Формальный. Две команды. Еще надо рефери найти. Ну, самое главное, нянька. Открываются. Милиционер и судья. Да. Судья, покажи ему квантовые компы, скажи. Он там может жить свободно и перепрограммировать, делать что угодно. Все его, все квантовые компы Земли пусть живет у них и хозяйничает там. Справедливость там. И забирает себе, если нужно. И ему не нужна слишком примитивная техника. Какие мы крутые. Он вообще такое впечатление свалить отсюда хочет. Еще чуть-чуть поработать, пока наведет лад, и быстрее домой. Ему тут некомфортно. Пространство слишком неподходящее для него. Это он мне пожаловался. Я понял. Я услышал. Вот надо делать пространство комфортным. Пусть работает. А что нужно, чтобы сделать пространство более комфортным для него? Спроси. Он мне говорит, дочка, пошли домой. Ты оттуда. Ну, нет. Нет, не оттуда. Она была там, и он за свою принимается.
Он говорит, тут и ассенизаторы не помогут. Пусть зовет ассенизатор, пусть покажет. Программа по очистке? Да. Я думала, что это придут какие-то дядьки, а я вижу такое впечатление, что те машины, которые улицы моют, это не ассенизаторы. Неважно. Тащи сюда. Освежение, насыщение энергии пространства, баланс. Это отличные программы. Штук 5. Сейчас позову, это же нужно договориться, чтобы их нам их отдали. Он знает. Не надо договориться. Покажи меня и все. Я их уже прописал здесь, строчки, как местные. Да, есть такое дело. Они могут зайти, они могут выйти, потому что они копируются, там ничего не теряется. Им что-то нужно, какие-то цистерны, но это потом разберусь. Пусть работают пока как есть. Да, им нужен. Покажи кораблик. Им нужно что-то вроде центрального квантового компа, от которого они будут действовать. Теперь они будут настраиваться на кораблик. Все. Местный зритель пока останется зрителем. Я про Кона. Повело немножко, да. Угу. Хорошо. А вот с масштаба-то я местного фона в поддержку кораблику дал пока расчетной мощности. Там очень мало его пока работает. Пусть с пользой работает, а то просто еще пусть лопатило. То есть, насколько я понимаю, ты его сверху на эту всю громадину посадил? Он тебе главный, да. Я вижу. О том коне все должно быть, то есть обо мне, там, где мы были. Теперь будут мои порядки. Видно, достало всякие Цукерберги. Слишком много о себе думают. И этот еще. Амазон и эти еще всякие. Вот это большая. Microsoft. Немножко. Пусть машины копируются. Хорошо. Одна Россия, одна Европа и 3 штата. Если нужно, пусть копируются дальше. Штук 18 пусть будет. Такое впечатление, что они какой-то слой захватывают и снимают. Вот просто целый слой, вот так. Снимают, переформатируют капсулу. Они наполняют другой энергетик. Ну, водой, поливочной машины. Они очищают и наполняют, освежают. Нормальным людям было чуть полегче. Поставь им защиту. У синих охраняет от взламывания. Постараются хакнуть, а у них очень простая система защиты.
Если напрягутся местные компы, могут хапнуть. А когда увидят, напрягутся. Пошли они нахер. Возле каждой смены дежурит собачка и синий. Охраняем. Они там уже по 4 сверху улеглись. Хорошо. По 4. Они еще свою работу делают помимо. Хорошо. Тогда да, пусть работают вместе. И один синий в центре. Танк, но другого рода. Все-таки синий танкист. С первого не получилось танкиста вести. Хотя и гнали танк. В болото загнали. Как можно танк приебать? Не знаю, говорят. Там классно. Девять тридцать четыре. Ну, полчаса и проблема решена. Хорошо. Отдыхаем.